Здорово, народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал Чайна Гаджетс, и пока я вовсю готовлю новый обзор, хочу уделить буквально 3 минуты вашего драгоценного времени и рассказать, что сегодня компания Alcatel представила и одновременно запустила в продажу свой реально ультрабюджетный девайс, который за 4000 рублей, да, именно столько сейчас и стоит это чудо, может предложить вполне достойные, опять же опираясь на ценник устройства, технические характеристики. Данная модель получила название Alcatel SC19, ну а что же она может предложить за свой скромный прайс? Сейчас я и постараюсь вам рассказать. Ну а всем тем, кто поддержит меня это видео лайком и комментарием, отдельное большое спасибо. Alcatel C19 получил бюджетный, но вполне адекватный 4-ядерный чип от компании MediaTek, а именно MTK6737. За график отвечает Mali-T720, объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Что же до встроенного накопителя, то он ожидаемо составит 16 ГБ, благо в смартфоне предусмотрен и отдельный слот под карточку памяти стандарта microSD, так что при желании проблем с памятью быть не должно. Но питается это дело баночка на солидные 4000 мА, так что на день полноценного использования смартфона будет хватать. Кстати, в устройстве разместился USB-C порт. Экран новинки это HD+, IPS матрица с диагональю 6,49 дюйма, но за эти деньги это вполне неплохое решение, да и с каплевидным вырезом можно смириться, хотя кому-то они даже нравятся. Кстати, фронтальная камера OC19 на 5 мегапикселей, что же до основной, то она получила сенсоры на 13, 2 и 2 мегапикселя. Кстати, основной используется Sony MX214, производитель заявляет, что в плане качества смартфон уж точно будет отрабатывать все до копейки, но на что же он способен в реальности? В реальных былых условиях мы узнаем только после наших реальных тестов. К дополнительным особенностям Alcatel C19 могу отнести приятный современный дизайн, 10 Android Go из коробки, разъем под наушники и опять же разъем Type-C. Им в данном ценовом сегменте может похвастаться не каждое устройство. Alcatel C19 будет поставляться в черном, синем, фиолетовом и зеленом цвете. Но если вас заинтересовала данная модель, ее сегодня можно приобрести немногим более 4000 рублей, и это без учета купонов, а сейчас в распродажу их вагон и маленькая тележка. Но если вы хотите получить девайс бесплатно, то компания запустила конкурс, где будет разыгрывать большое количество устройств, так что при желании можете тоже в нем поучаствовать, ссылку я оставил в описании под этим видео. Если данное видео оказалось вам полезным, не забываем нажимать большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также посещаем нашу группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессии устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч!